Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пивненко, и сегодня поговорим о занятости населения. Два слова, которые звучат довольно-таки официально, тем не менее, это одна из важнейших проблем, тем более в то время, в котором мы сейчас с вами находимся, когда одна волна пандемии сменяется другой, штаммы вируса и так далее, кто-то потерял работу, кто-то ее не смог найти в этот период, ну а кто-то очень хочет работать и не знает, как это сделать, как этого добиться. У нас в гостях Ирина Евгеньевна Кижватова, директор Люберецкого центра занятости населения, и мы с ней поговорим на эту тему. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу же первый вопрос. Я так понимаю, что до пандемии, во время пандемии и после пандемии это три разных работы, да, центра занятости? Да, правильно понимаете. Когда вот этот пик пришелся, когда вы поняли, что все меняется? Во время пандемии, когда разрешили гражданам регистрироваться удаленным образом, то есть через портал «Работа в России» либо через госуслуги. И пошел большой наплыв. Я вам скажу разницу, это до пандемии, во время пандемии, это около 10 тысяч зарегистрировалось. 10, было 1000, а потом 10. Было 1000, стало 11. Но я хочу еще вас перебить и сказать, что наш центр обслуживает 4 городских округа. Это Люберцы, Котельники, Дзержинские и Лыткарино. То есть все жители этих городских округов приезжают к нам. Единственная у нас площадка существует в Лыткарино. Ну, это туда обращаются жители Лыткарино. А вот эти трех городов приезжают онлайн к нам. Ну, либо онлайн, либо к нам приезжают. Правильно я понимаю, что вот эта система, мало того, что добавила вам работы, люди просто поняли, что с помощью вот такой вот онлайн-регистрации можно каким-то образом официально, да, встать на очередь и получать какие-то пособия. Это исключительно способ получения каких-то денег, верно? Да, это получение пособия по безработице. И, к сожалению, когда это все началось, люди не приходили на перерегистрацию. Перерегистрация производилась нашими специалистами автоматически, онлайн, раз в месяц. То есть человеку не нужно было к нам приходить на перерегистрацию. Но это с условием, если ты зарегистрировался через портал. А кто регистрировался очно изначально, они как бы к нам продолжали ходить на перерегистрацию лично. Лично, да. Ну, тут, естественно, возникает вопрос, что вроде бы как тот случай, когда государство пошло навстречу гражданам, а граждане решили этим воспользоваться, и не всегда это, ну, было, скажем так, честно, с точки зрения тех же самых граждан. Ну, давайте по частям. Я так понимаю, что эта система немножко меняется, верно? Да. Давайте мы сразу же скажем, какие изменения нас ждут. Значит, с 1 июля у нас внесены некоторые изменения в федеральный закон о занятости населения. Ну, нам дали срок месяц, как бы пилотный период. До 1 августа уже обещают полностью отрегулировать работу портала «Работа в России». К сожалению, на сегодняшний день он бывает подвисает, не всегда корректно работает. Но, думаю, с 1 августа это уже все как бы наладится вся работа. Итак, значит, какие у нас существенные изменения произошли? В первую очередь, сейчас уже нельзя регистрироваться, лично приходить. Если до 1 июля могли граждане с пакетом документов прийти к нашему сотруднику и его сдать зарегистрировали, пакет, да. То сейчас это делается все онлайн, либо через «Работа в России» портал, либо через портал «Государственные услуги». Значит, человек туда заходит, вот, в частности, на государственные услуги. Я сегодня сама туда заходила, просто смотрела, как работает, там изменения. Да. Значит, там есть такая вкладка «Содействие в поиске подходящей работы». Он заполняет заявление и обязательно заполняет резюме. Вот. То есть не просто так? Да, если резюме не заполнено, то есть он автоматически не регистрируется. Вот. Значит, у него есть 10 дней. Система сама в течение 3 дней обрабатывает его заявление, резюме, подбирает ему 10 подходящих вакансий. 10? Да. Он это направляет ему. Он в личном кабинете это смотрит. И 2 вакансии, которые ему более или менее подходят, территориально, либо по зарплате, да, по каким-то критериям, он их выбирает. Так. Вот он их выбрал, направил нам
по электронке нам. Так. Наш специалист обрабатывает, связывается с работодателем, тот подтверждает, актуальны они, либо не актуальны. Угу. Если все нормально, они подтверждены, наш специалист этому соискателю их обратно направляет. И он их отрабатывает. То есть он связывается сам с работодателем, либо тот ему назначает собеседование. Ну да, это может быть онлайн-собеседование, угу. Может, он туда лично его пригласит. Вот. И он отрабатывает. Если, значит, оба варианта его не устраивают, нашего соискателя, он к нам приходит, и безработным он не признается. То есть отказ от двух подходящих работ. Если по каким-то причинам он не устраивает работодателя, так. Он приходит на 11-й день уже к нам ножками, угу. С этими отработанными двумя направлениями. И если... Ему отказали, короче говоря. Если ему отказали, либо один отказ, либо оба, он уже признается безработным. Только так? Да, но он с собой для подтверждения приносит еще документы. Бывает сейчас, к сожалению, вот этот период, когда... Межведомственные запросы просто зависают, особенно беда с МВД. Это просто. Бывают прям до месяца висят. Это справка о несудимости? Нет, это подтверждение регистрации. А, подтверждение регистрации. Да. К сожалению, если регистрация не подтверждается, тоже он не может быть признан безработным. Ну, то есть, получается, мы на сегодняшний день получаем новый способ. И, наверное, это понятно, что государство хочет платить деньги безработным, те, которые действительно считаются безработными, чтобы не проникли люди, которые просто хотят получать дополнительные деньги, ничего для этого особо не делая. Второй момент. Вроде бы все правильно, все хорошо, но существуют технические, или я бы даже сказал, технологические проблемы, и люди, наверное, вам немножко треплят нервы по поводу того, что вот я хочу, оно висит. Конечно, предъявляют претензии, что вы обязаны нам это все предоставить. Если портал не работает, к сожалению, еще нет понимания у граждан, что портал «Работа в России», центр занятости – это немножко разные. Да. А у меня еще такой вопрос. Вот хорошо, 10 дней. Действительно, предположим, из этих 10 дней, 5 дней этот портал висел, и я уж не знаю, там у человека не получалось сделать. Вот он в течение 10 дней не подал ничего, не получил. И через какое время он опять может обратиться? Через месяц. Раньше это было 7 дней, сейчас это месяц. Ага, повторно. То есть и тут немножко изменилось. Да. А что, раньше прям через 7 дней опять подавали? Как прям... если не признан по каким-то причинам безработным, там не хватает документов каких-то, либо что, все как бы закрывается карта, а сейчас все через месяц. Хорошо. Ну и давайте мы поговорим, все-таки мы любим цифры, в данном случае тоже нам интересно узнать. Первые цифры позвучали, что сначала 1000 человек, потом, когда все подумали, что можно получить как-то, сидя дома на диване, значит, себе пособие, 10 тысяч откуда-то образовалось, да, потому что онлайн, то, о чем вы говорили, сейчас эта ситуация уже регулируется или находится на стадии регулировки. Все-таки численность граждан, которые сегодня состоят на учете, вот она есть так установленная? Конечно. И как долго они стоят на учете? Есть там какие-то рекордсмены по времени? Я уж не знаю, как этот механизм работает. Если несколько лет стоят люди, они вот получали свое пособие, остаются дальше стоять в поисках подходящей работы. И также вот они приходят на перерегистрацию, да, им дают направление на работу, они ходят. Работодатель отказывается, и они... Так им это выгодно или невыгодно? Некоторым выгодно из-за того, что они оформляют субсидию на оплату по ЖКХ. Стоя на учете в центре занятости, ты считаешься малоимущим. А и получая еще пособие по безработице, это будет лучше, чем получать зарплату где-то, работая там 8 часов, да, с утра до вечера. Ну, пособие, смотря для кого как. Сейчас... Ну, скажем, моральная и бытовая выгода иногда бывает больше от этого, чем от работы. Понимаете, вот во время пандемии, допустим, человек не работал лет 20, да, все кинулись становиться через портал, сидит, думает, почему бы мне не подать заявление? Ну, что 20 лет не работал? Я никогда не работал, допустим, да. Сосед оформился, получает пособие, не выходя из дома. А я ж чем хуже. Чем хуже. И очень много таких, понимаете? И вот из-за таких у нас образовались большие цифры, к сожалению. Ну, сколько сейчас численность граждан? Так, на сегодняшний... Ну, вот у нас опять вот с введением этих изменений в закон, у нас вот буквально с 1 июля на сегодняшний день у нас значительно уменьшилась цифра
Значит, на учете на начало года вообще на учете состояло 7666 mm-hmm. человек. На сегодняшний день 4422 тысячи. Но это я цифры говорю по городскому округу Люберцы. Mm-hmm. Вот. Безработных граждан, да, вот которые именно признаны безработными, 7568 было на начало mm-hmm. года, на сегодня это 4216 человек. Правильно понимаю, что сократилось, ну, в связи с вот этими новыми правилами, что кто-то просто, да, что называется, плюнул на это дело и соскочил? Да, кто-то оплюнул, кто-то mm-hmm. не может перейти на перерегистрацию, mm-hmm. потому что сейчас перерегистрация изменилась. Если это было во время пандемии онлайн все, кто mm-hmm. вставал через портал, mm-hmm. то теперь только лично. И сейчас будет два раза в месяц, простите. Вот. И как бы не каждый гражданин готов к такому. Это нужно приходить, перерегистрироваться, опять эти направления, опять доработка этих направлений, как бы, знаете, mm-hmm. и кто стоял уже при этом, не получая пособие, скажет, зачем мне это вообще нужно? Ну да, понятно, что тут уже у каждого как свой вектор, свои задачи стоят в этом. Но давайте мы все-таки обратимся, свой взгляд, насколько, как вы считаете, реально есть люди, которые хотят работать, но действительно как-то им не удается, удача не улыбается, они вынуждены быть безработными. Не, есть конечно, такие, да? Есть, да, есть. Ну, наверное, процентов 30. 30. А 70 – это вот всякие такие... Да, к сожалению. Да. Понятно. Ну, давайте поговорим о самом пособии. Что такое пособие по безработице? Слово «пособие» означает что? Это просто денежная выплата, денежная верно? Денежная выплата. Как долго она платится, на протяжении, значит, какого срока? Существует максимальное пособие и минимальное угу. пособие. Максимальное пособие платится в течение 6 месяцев. Полгода. Да, минимальное – 3 месяца. Значит, максимальное пособие составляет первые 3 месяца 12 130 рублей mm-hmm. и последующие 3 месяца это 5 тысяч. Mm-hmm. Минимальное пособие 1500. Во время пандемии было 4,5, потом его резко поставили в изначальное положение. Оно было до пандемии тоже 1500, потом во время пандемии 4,5, все обрадовались, а теперь... Ну, давайте вот, кстати, с этих цифр, с пособия, да, мы начнем вторую часть нашего разговора. Почему? Потому что вот слово 1500 как-то как звучит, конечно, да, очень загадочно. У нас в студии Ирина Кижватова, директор Люберецкого центра занятости населения. Уйдем на небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Ирина Кижватова, директор Люберецкого центра занятости населения. Завершая первую часть программы, мы выяснили, что вариант пособия, да, бывает минимальный, естественно, бывает максимальный. Максимальный за почти там 12 чем-то тысяч рублей, а минимальный – 1500. Получается, что люди из-за 1500 еще какие-то документы должны принести, которые они будут получать всего 3 месяца. Да, совершенно верно. А это не бессмысленно, нет? Ну, некоторым, знаете, как бы и этому рады некоторые. Угу. Некоторые так просто. Вот хорошо, 3 месяца человек. Берем человека реально, который действительно хочет работать, но не получается. Вот он получает это пособие по 1500, 3 месяца. 3 месяца прошло, он получил свои 4,5, да, тысячи, правильно, да, считаю, рублей. Да. Вот. И дальше что? Через месяц он опять подает? Нет, он остается у нас стоять. Угу. Пособие платится только раз в год. Вот в календарный год, допустим, с какого времени он встал. Если он встал, там, грубо говоря, там, с 10 января 2020 года, вот, он до 20 января 2021 года он получил пособие. И три месяца. Да, и больше он до 20 января 2021 он уже не может получать. Mm-hmm. Только потом, через год. Понятно. Вставать. То есть те, кто получают максимально 6, это там 36, еще по 5, где-то 15, где-то, ну, порядка более 50 тысяч может человек раз в год получить. Это и по максимуму. Ну, подождите. Ну, правильно я считаю? 12, 130 – это 3 месяца. 36 и 15. Ну да, да, наверное, почти 50. Да. Ага. Так, вот видите, какие цифры. Так что сейчас просто некоторые начали нас слушать, думаю, о, давайте-ка я тоже зарегистрируюсь и так далее. Не так все просто. А речь все-таки идет о судьбах людей. Но давайте поговорим о удачах, да, о тех людях, которые к вам обратились по схеме и получили работу, и которые, вы же как-то за ними следите или как? Вы все, они устроились на работу, на этом? Нет, все они снимаются у нас. Снимаются, они обязаны нам предоставить либо копию договора угу. о трудоустройстве, либо копию приказа.
И с того дня, когда они предоставили каким-то числом, все, мы его снимаем, карта закрывается. И вот тут возникает еще вопрос у многих, что центр занятости, это вот прям приходят, и там максимум что-то, работу таксиста или какого-нибудь экскаваторщика могут предложить. Бывали какие-то варианты, когда, ну, более-менее там хорошую Нет, работу почему? Находили? У нас в банке вакансии имеется как очень много востребованы это врачи. Есть, да? Да, по разным направлениям, причем медсестры, бухгалтера. И то есть вы видите, человек приходит, говорит, вот у меня договор, все, я работаю, вы можете даже увидеть, какую ему назначили зарплату, да? Конечно. И есть неплохие зарплаты, которые... Есть. Я почему этот вопрос задаю, потому что люди некоторые, услышав, что цифры какие-то, услышав механизм, да, они могут испугаться, на самом деле механизм работает. То есть, нет, если нет, конечно. И удача может улыбнуться. Ведь фактически вы являетесь посредником, да? Да. Можно же самому искать. Мы знаем огромное конечно. Количество агентств, которые, в общем-то, тоже работают по этой системе. Я имею в виду предложение-предложение. Они пытаются, как любой интернет-робот, да, формировать. Возможно, вам это будет интересно. Но там задача только одна, что они ничего не платят, а только вам могут помочь в этом. И то, кстати, есть некоторые, где нужно деньги заплатить, чтобы встать на их учет. Но вернемся к нашему населению. Кто все-таки не имеет права сегодня быть признанным безработным? Как вы проверяете эти документы? Ну, вот на данный момент сейчас это все исходит, данные из заявления и резюме, соответственно. Когда приходили к нам лично с пакетом документов, значит, не имеют права быть признанными безработными. Это лица, не достигшие 16-летнего возраста. Да. Потом лица, проходящие военную либо альтернативную службу, да, находящиеся в местах лишения свободы. Потом, значит, учредители коммерческих организаций. А самозанятые тоже? Самозанятые, совершенно верно. Потом индивидуальные предприниматели, работающие по гражданско-правовому договору. В общем, везде, где есть документы. Фермерские хозяйства, да, кооперативы. Да. То есть все, что можно проверить с помощью документации, то, что может вылезти наружу, что называется. Да, даже, да? Понимаете, бывают такие случаи, что человек приходит и говорит, когда мы обнаружили, допустим, он ИП, либо самозанятый зарегистрировался, либо вообще какой-нибудь генеральный директор там, ООО. Он нам доказывает, ребят, я это просто на бумаге, я вообще ничего не получаю, никакого дохода. Мы говорим, вы идите закройте, да, чтобы вы налоговую, не были никем, и да. Все, а сейчас мы не можем вас признать безработным. И вот очень жалоб много таких тоже поступало в наш адрес, на этот счет. Они доказывают, что это вы неправомерны, потому что у меня нет никаких поступлений в доход мой, я вообще ничего не значу. Ну, к сожалению, закон есть закон. Перед законом нужно быть абсолютно чистым. Скажите, пожалуйста, вот тут важный момент. Люди, которые теряют работу или пытаются вдруг через какое-то время ее найти, вот так называемый предпенсионный возраст и пенсионный возраст. Я так понимаю, что тот, кто на пенсии, вообще не имеет права? Нет, нет. Кто получает пенсию по старости, либо за выслугу лет, тоже мы, к сожалению, не можем признать. А предпенсионный возраст? Предпенсионный возраст – это... лица за 5 лет до выхода на пенсию по старости. Но мы этот возраст сами не рассчитываем. Это занимается этим пенсионный фонд. То есть человек идет в пенсионный фонд, так. Ему там предоставляют справку с полным расчетом. Является он предпенсионер, не является, потому что сейчас, к сожалению, этот возраст по-другому рассчитывается. И там зависит все от года рождения, когда человек пойдет на пенсию. Вот, и предпенсионеры, значит, у нас, если 26 недель стажа в течение года у него, на момент обращения за предшествующий год до безработицы, то ему пособие назначается максимальное 12 130 в течение 12 месяцев. Ого, да. Не полгода, а год, вот. Он получает. И после истечения этого периода ему еще производится перерасчет, если у него больше стажа, чем положено. Значит, по законодательству для женщин это 20 лет необходимо иметь стаж наличия, для мужчин 25. Если больше, за каждый год производится перерасчет и за каждый год назначается по 2 недели 12 130 тысяч.
Это непрерывный стаж имеется в виду. Ну да. Да, непрерывный. А, но при этом человек... Общий, непрерывный, общий. Общий, да? Стаж, да. Общий стаж. Да. А, правильно я понимаю, что при этом человек предпенсионного возраста, он не работает нигде? Ну, то есть он не может работать... Ну, он так же, как и безработный, да, у, да, нас. Да, да, да. Но если 26 недель не хватило этого стажа, тогда он получает 1500. Вот те самые. Но тоже в течение года. Уже другая. А история. Если он... Значит, не работал более года, вообще трудовой деятельности у него не было. Потом сходил в пенсион и взял эту справку, ему да, подтвердили, вы уже предпенсионер, можете в центр занятости идти. Он приходит, но у него больше года перерыв в работе. Он получает 3 месяца по 1500, минималка самая. Понятно. И если он уволен за виновные действия с предыдущей работы, там, по статье, либо еще за что-нибудь, тоже 1500, 3 месяца. И если он направлен на обучение центра занятости, его оттуда отчислили за виновные действия какие-то, то же самое, 1500 на 3 месяца. А кто направляет на обучение? Центр занятости. Вы направляете? У нас есть программа по обучению, да. И как она работает? Ну, кто-то к вам может обратиться? Значит, опять у нас с нововведениями до 1 июля, значит, было, если человек изъявил желание переобучиться, вот, он снимается с учета автоматически из центра занятости, направляется на обучение, и ему при этом платится стипендия. То сейчас, с 1 июля, с учета он не снимается, стипендию вообще убрали из законодательства, и ему выплачивается пособие по безработице на тот период, на который ему назначено было. Вот. Единственное, что он не приходит на перерегистрацию, так как у него уважительная причина, он обучается, но он это должен подтвердить табелем о посещении учебного заведения. Понятно. Много сложностей. Еще такой вопрос. Там вы говорили о резюме. Ведь человек должен правильно его составить, то есть вы как-то помогаете в этом? Если, да, у человека какие-то проблемы, он может прийти к нам. У нас есть гостевой компьютер, у нас есть специалисты, которые помогут составить резюме, помогут зарегистрироваться, и никаких проблем. Ну, давайте немножко поговорим о специалистах, о тех людях, которые работают, тем более, что мы услышали о тех вариантах, которые с 1000 до 10 000 выросли. Это же все надо через себя пропустить. Плюс работа, когда вы тоже зависите от неработых каких-то программ и так далее. Кто работает с вами? Что это за люди? И как вы успеваете все это делать? У нас прекрасный коллектив. Коллектив наш численностью 35 человек. На 1000? Да? Я имею в виду на 1000 людей 35 человек. Не на 1000, почему на 1000? На 1000. А, на 1000, да, да. Да, 35 человек. Так. Вот. У нас основной удар на себя весь принимает, это у нас отдел трудоустройства, который непосредственно вот с безработными работает. Также у нас есть отдел содействия занятости, то есть все помогают и портал отрабатывают. Ну, то есть молодцы. Единственная у нас проблема – это низкая заработная плата у сотрудников. Она у нас не индексировалась с 2015 года уже. Но остается подождать, что, может быть, об этом тоже вспомнят? Не знаю я. Потому что мне кажется, что сотрудники Центра занятости населения должны это хорошо получать? Ну, к сожалению, нет. У нас ни премии, ни надбавок, вообще ничего нет. У нас голый оклад. Понятно. Ну, вернемся к вашим подопечным, к тем людям, которые приходят. Я почему еще спросил про коллектив, потому что, ну, онлайн – это одна история, но все равно же есть общение там по телефону, я не знаю, там письмами обмениваетесь. Это же психологическая еще составляющая, потому что контингент бывает сложный, наверное, люди готовы там, я вот на вас то, третье, десятое, как это все выдерживается? К сожалению, бывает и с кулаками бросаются. С кулаками даже бросаются? Да, у нас были такие случаи. В судебном порядке все разрешалось. То есть даже суд был? Да, периодически полицию вызываем. Так что у нас... А почему тогда вы пошли на эту довольно-таки сложную работу? Важную, нужную? Я имею в виду вы и вот те самые коллектив людей, которые... Ну, в основном, кто у нас работает, уже давно работает, и как бы уже втянулись, понимаете? Я с 12 января на этой должности, в этом учреждении. Так получилось.
Ну, будем надеяться, что сейчас все-таки пандемия внесет, да, окончательно, она же у нас продолжается, к сожалению, в том или ином варианте, внесет какие-то вновь изменения, она уже вносит и внесет, и будем надеяться, что и о вас не забудут. Но мне кажется, вы делаете очень важное дело, и те люди, которые находят через вас работу. Кстати, есть какая-то статистика, сколько нашло людей работу? Как она считается? В год, в месяц? Нет, у нас отчет такой самый масштабный, это ежегодный, статистические данные, да. Ну, сколько примерно процентов находят работу? 33, наверное. 33% людей, которые, воспользовавшись услугами Центра занятости населения, получают работу. Вот такая цифра. Спасибо большое. Директор Люберецкого центра занятости населения Ирина Кижватова. Вот, послушайте внимательно, присмотрите еще раз нашу программу, если хотите понять, как работает этот механизм. И обратите внимание, что в нем с 1 июля 2021 года произошли изменения. С вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». До свидания.